сегодня проводим традиционное первенство Харьковского городского спортивного клуба «АИС Атака». Данным турниром мы завершаем 2016 год, который был для нас успешный. Ребята хорошо выступили на чемпионате мира в Канаде, откуда наш харьковчанин Константин Костеневич привез серебро, Харбор Андрей из Донецкой области привез бронзу. Хотелось бы поздравить всех спортсменов, тренеров, родителей, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать Новому году новых побед и новых достижений. Небольших турниров начинаются большие начинания больших спортсменов. То есть таких маленьких турниров, как «Атака», вырастают в будущем олимпийские чемпионы. И, конечно, я желаю всем спортсменам, которые сейчас выступают на нашем турнире, конечно же, побед на нашем турнире и в будущем на всех международных стартах. Ну а от себя хочу добавить, что в следующем году турнир «Атака» уже будет официально всеукраинским турниром, на котором смогут присваивать разряды и ДФШ будут получать баллы. Турнир проходит в преддверии Нового года. Хочу пожелать всем спортсменам здоровья крепкого, чтобы все их соревнования и проходили без травм и только победы, только победы. Сегодня у нас замечательный турнир по тэквондо ВТФ, где начинающие спортсмены могут показать себе все те наработки, которые они отрабатывали на тренировке. Они здесь могут проявить все свои наилучшие качества. Я им желаю в дальнейшем показывать хорошие результаты и представлять нашу страну на международных уровнях. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом, чтобы в новом году дети ставили цели и достигали их. Мы всегда поддерживаем эти турниры под началом Долгополова Андрея Васильевича, потому что мы уверены в высококлассной организации этого турнира, классных призах, подарках. И хочется пожелать всем побед, уверенности и даже тех, кто проиграли, не опускать руки, тренироваться и на дальнейших соревнованиях, чтобы показали классный результат. Для всех это очень положительный опыт и отличный старт. Для кого это первый старт, для кого-то уже проверенные соревнования. Как спортивный врач я хочу пожелать деткам здоровья, чтобы соблюдали режим. Очень важно соблюдать режим. И без травматизма проходили соревнования. Пожелать им всяческих успехов. Продвижение вперед, всего-всего. Я стал пока что призером, серебряным призером этих соревнований. Был очень тяжелый бой напряженный, соперник был выше мне на голову. Я очень рад, что я выиграл. Поздравляю всех ребят с Новым годом и успехов. Ну, пусть победит сильнейший. И всем удачи.